Доброго времени суток, друзья! Всем большой салам! Вы на канале Ашот News 2. Не успели наши подписчики высушить слезы от смеха про армянскую планету Мардуки? Ну, Олук, не гюлюксус. Гюльмели сёзды дейн. Так наши высоко цивилизованные соседи начали нас удивлять новыми странностями из Армении. Оказывается, предки армян, которые живут на других планетах, поддерживают связь со своими потомками через ступенчатую пирамиду, построенными им же в древности. Они прилетают на неопознанных летающих объектах и входят в пирамиду. Впрочем, долго рассказывать, смотрите сами. В конце 2017 года был опубликован доклад о звезде HD 34445. Внимание ученых она привлекла тем, что очень похожа на наше Солнце. За 18 лет на ее орбите было обнаружено целых 6 экзопланет. Все они могут быть пригодны для земного типа жизни. Созвездие Орион почиталось и в Древней Армении. Недалеко от средневековой столицы этого государства, города Двин, исследователями обнаружена загадочная пирамида. Когда было раскопано, мы, значит, зашли, посмотрели внутрь этой комнаты. Там четко, значит, обработанные камни, значит, четкие углы. Там видны орнаменты. Окно есть, которое точно смотрит в восток. Это мы проверяли компасом. Такая квадратная, огромная комната. То есть это верх этой пирамиды. То есть получается, что эта пирамида, уже невооруженным взглядом мы видим, что это ступенчатая пирамида. И очень похож на зиккураты, которые мы знаем. В том, что под земляным холмом скрывается пирамида, убеждены все местные жители. Акоп Карманян живет в ближайшем поселке. Большинство его соседей занимается садоводством. На ступенчатых террасах пытались посадить деревья, однако вырастить их никак не удавалось. Когда их поливаешь, вода просто куда-то исчезает, а метров через 30 внизу выходила наружу вот так. Теперь, как это объяснить, никто не знает. Сколько раз я обильно поливал, вот столько ставил. Вода идет, вот столько до места доходит, остальное куда-то исчезает. Ученые просветили пирамиду при помощи георадаров. В результате удалось восстановить ее изначальный облик. Вот так могло выглядеть это сооружение в древности. Какие-то функции пирамида продолжает выполнять до сих пор, уверены эксперты. Местные жители периодически наблюдают здесь неопознанные летающие объекты. До этого я никогда ничего подобного не видел. Тарелка спустилась на 5-6 секунд, остановилась. Вот прямо сюда спустилась и остановилась. И затем резко поднялась и исчезла. Это я своими собственными глазами видел. Исследования древнего сооружения только начались. Но одно удивительное открытие уже удалось сделать. Под слоем земли находится защитный изоляционный слой. Строение сначала было покрыто известковым раствором, а уж потом засыпано. Кто-то сознательно хотел надежно спрятать его от глаз потомков и защитить от природных катаклизмов. На самом деле, гордость распирает от мысли, что мы живем по соседству с высокоразвитой космической цивилизацией армян. Пользуясь случаем, хочу присоединиться к поздравлениям и поздравить армянский народ с прошедшим днем космонавтики. Ура, товарищи!